Дорогие друзья, а сейчас премьера специально к этому фестивалю. Андрей Константинович Батурин написал прекрасное произведение, называется «Моя Ингушетия». Это подарок для нас, для нашей республики. Приветствуем! Оркестр народных инструментов Государственной филармонии Республики Ингушетия имени Ахмеда Хамхоева под управлением заслуженного артиста Чеченской Республики и Республики Ингушетия Ильи Петренко. Друзья, я хочу поблагодарить замечательный оркестр и его художественного руководителя и дирижера, потому что я очень мало имел представления об ингушской музыке, но я решил вдохновиться, и вот мне показалось, что в этой музыке вот то, что было показано на экране, было. И за короткий срок они совершили героический поступок, они выучили это произведение, и мастер-маэстро еще сделал это с такими тонкими нюансами, о которых я даже не думал, поэтому они настоящие соавторы этой музыки. «Моя Ингушетия», она в сердце, на следующий год напишем симфонию.
Спасибо. С праздником, друзья. С Днем России. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо.